Далее Даша и друзья. Здесь на Ник Джуниор. Готов к новым волшебным приключениям? Тогда смотри новые серии «Шиммер и Шайн. Новые друзья». Новые опасности. Новые путешествия. И новые блестящие находки. Смотри «Шиммер и Шайн». С понедельника по пятницу. На Ник Джуниор. Они маленькие. Они сильные. Команда Умизуми. На Ник Джуниор. Когда ваши дети отправляются в город с Дашей и друзьями, они учатся работать вместе, решать проблемы, говорят на двух языках и открывают различные способы помощи в своем обществе. Далее. Вспыш и чудо-машинки на Ник Джуниор. Генри – маленький мальчик. Каждый день он встречает кого-то нового. День, когда Генри узнал про футбол, про кита, про самолет. Генри любит заводить новых друзей, а еще он любит отправляться на поиски приключений. Интересно, кого Генри встретит сегодня? День, когда Генри узнал. По будням. Только на Ник Джуниор. Никогда не знаешь, что ты откроешь, когда путешествуешь с Дашей. Даша путешественница на Ник Джуниор. Когда ваши дети гоняются Вспышем и его друзьями, они отправляются на миссию по решению грандиозных проблем, используя науку, технику, инженерные и математические навыки. Гони! Далее на Ник Джуниор. Щенячий патруль. Быть маленьким кроликом может быть очень непросто. И иногда все идет не так. Когда ты большой кролик, иногда ты должен быть очень терпеливым. Но с помощью любви можно решить все проблемы. Присоединяйтесь к брату с сестрой в их забавных приключениях. Макс и Руби каждый день на Ник Джуниор. Вы знакомы с новыми друзьями Ник Джуниор, Ванды и пришельцем? Они лучшие друзья во всей вселенной. И они совершают волшебные новые открытия каждый день. Хотя пришелец может вести себя немного странно, иногда лучшие друзья – это самые настоящие пришельцы. Смотрите сериал «Ванда и пришелец» каждый день на Ник Джуниор. Ник Джуниор. Вместе с щенячьим патрулем ваши дети приобретают навыки работы в команде, развивают способность решать задачи и учатся быть полезными членами общества. Далее на Ник Джуниор. Шиммер и Шайн. Далее на Ник Джуниор. Добро пожаловать в волшебную страну, где живут Литл Чармерс. Присоединяйтесь к Хейзел, Поузи и Лавендер во время их волшебных приключений и фантастических испытаний, которые иногда оборачиваются настоящим сюрпризом. С их зельями и заклинаниями веселье никогда не прекращается. Единственное, что имеет значение, это магия дружбы. Фокус-покус. Литл Чармерс каждый день на Ник Джуниор. Что задумал Макс? Давайте узнаем. Макс и Руби на Ник Джуниор. Пора играть вместе с Ник Джуниор. Маленькие Джин и Шиммер и Шайн расскажут вашему малышу, как важно не расстраиваться из-за неудач и поддерживать друзей и близких. Чего еще желать? Давайте изучать больше, больше и больше. Смотрите далее. Даша путешественница. Если жителям бухты приключений нужна помощь, их лучший друг – это собака. Если ваш товарищ в беде, вызывайте щенячий патруль. Если угроза неминуема, вызывайте щенячий патруль. Для щенячьего патруля не бывает невыполнимых заданий. Щенячий патруль. Каждый день на Ник Джуниор.
дети путешествуют вместе с Дашей, они расширяют свой кругозор, учатся решать проблемы, изучают английский язык и культуру, и все это во время основного приключения. Хочешь проводить больше времени с любимыми героями? Смотри двойные эпизоды шоу «Щенячий патруль», «Ванда и пришелец», «Вспыш и чудо-машинки» и, конечно, «Даша и друзья». Не пропусти время энергичных серий по выходным и веселись в два раза больше. Энергичный марафон по выходным. Каждую субботу и воскресенье. Только на Ник Джуниор. Проиграть. Когда ваши дети отправляются в приключения с Little Charmers, они учатся решать проблемы, развивая важные социальные и эмоциональные навыки и познавая магию дружбы. Фокус-покус. Вас ждут плавающие щенки и любопытные гуппи. Смотрите далее. Гуппи и пузырьки. Ник Джуниор. Когда дети плавают с гуппи и пузыриками, они погружаются в водоворот литературы, математики, науки и искусства и осваивают навыки, которые подготовят их к школе. Ты готов? Шпионы Fresh Beat Band будут зажигать прямо сейчас, только на Ник Джуниор. Маленькие зрители шоу «Шпионы Fresh Beat Band» увидят, как, используя нестандартный творческий подход, можно разгадать любую загадку вместе с героями сериала. Каждый раз, когда дети открывают новое приключение с Заком и Кряком, они развивают творческие способности и находчивость, переживая приключения, раскрывающие их воображение. Присоединяйтесь к команде. Пришло время команды Умизуми. Смотрите далее на Ник Джуниор. Они маленькие. Они сильные. Команда Умизуми. В каждом математическом задании с командой Умизуми дети изучают основы математики, счет, сортировку, измерения, определение формы. Они также узнают, что сила в числах. Вместе с Луи и его другом Жуком Йоко дети учатся рисовать и осознавать, что великие приключения часто начинаются изнутри. Это программа для веселого рисования. Вместе со страусенком Оливой дети развивают воображение. Олива не такая, как все. Она дорожит дружбой и умеет решать проблемы. Такое самоуважение понравится юным зрителям. Вперед за этим кроликом! Приготовьтесь играть с Максом и Руби. Смотрите далее на Ник Джуниор. Пока дети прыгают вместе с Максом и Руби, они учатся распознавать свои чувства и справляться с ними, а также изучают чувства людей вокруг, даже их младших братьев. Андрей и пришельцам дети могут играть, исследовать, путешествовать и открывать мир. Через настоящую дружбу они учатся понимать и уважать различные точки зрения и культуры. В маленьком заколдованном королевстве Бена и Холли с феями, эльфами и насекомыми у детей развиваются творческие и социальные навыки, что будет полезно не только в сказке. Далее Зак и Кряк на Ник Джуниор.